Мир вам, дорогие братья и сестры. Слава Господу за эту возможность, которую мы сейчас имеем. Не у всех такая прекрасная возможность есть. Мы должны благодарить Господа за это. Я думаю, у каждого из нас есть такие вот моменты в жизни, когда мы... Кто-то нам какое-то пожелание сказал, может, это в детстве, может, в молодости, на свадьбе, или когда кто-то заканчивал школу, которое особо западает нам в память, и мы это помним уже десятка лет спустя. И Господь как-то вот нас устроил так, что мы запоминаем те вещи, которые очень важны, очень ценны. И у меня вот буквально, у меня такое было в жизни, когда вот мой дедушка уже покойный в вечности, он оставил мне пожелания, или, может, для всех внуков, хотя мы друг друга почти никогда не видели, он жил в Киргизии, мы жили здесь, в Америке, но он оставил пожелания и передал, и вот он сказал, вот из всего, что он мог говорить, он мог бы говорить, ну, живите хорошо, учитесь, или устраивайте жизнь хорошо, или найдите... Ну, какие-то материальные, он не об этом говорил, он говорил о самом важном, он говорил, только живите достойно благовествования Христова. И вот, когда он вот эти слова сказал, я вот действительно запомнил, как будто бы это было вчера. И когда я готовился к проповеди, вот эти слова, они мне вспомнились. И как раз я хотел об этом порассуждать вместе с вами. Давайте откройте, пожалуйста, со мной Филиппийцам первую главу. С 27 стиха до 30. Мы уже проходили первую главу, правда, мы по-английски проходили, но я думаю, разницы нету, какой язык, если мы понимаем. Слово Божие, оно не меняется, и давайте мы обратим внимание на то, что апостол Павел нас здесь учит. Это послание очень дорого для него. Он писал в тюрьме, когда в тяжелых обстоятельствах, но это его не смущало. И вот когда мы доходим до этого 27 стиха, здесь он меняется уже от своих переживаний, он говорит уже наставление к церкви, это к нам сегодня наставление. Давайте мы прочитаем то, что он нам говорит здесь. 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Только живите достойно благовествования Христова. И апостол Павел как бы показывает, что есть большая опасность в этом мире, что дьявол все усилия будет прилагать, чтобы христианин мог упасть, чтобы споткнулся человек, который следует за Христом. Но здесь, в этом коротком отрывке, мы прочитали, здесь апостол Павел дает такие советы, как можно устоять. И вот сегодня моя проповедь следующая. Что нужно христианину, чтобы устоять? Если мы внимательно будем вникать в то, что апостол Павел говорит, мы увидим вот эти вещи. Первое, что я хотел предложить всем нам, это то, что необходимо христианину, это постоянство. Постоянство. Здесь 27 стих, первая часть. Только живите достойно благовествования Христова. Если очень быстро прочитать, можно пропустить вот ту же глубину, которую апостол Павел хочет нам сказать. И здесь очень важно, когда мы вникаем вот в то, что апостол Павел здесь говорит. Вот каждое слово имеет особую важность. И он говорит «живите». Слово «живите» – это как мы граждане, или мы граждане State College, мы граждане Америки, или мы граждане какого-то государства. В то время это граждане Рима были. Хотя это был город Филиппах, это было очень далеко от Рима, но они представляли Рим, они жили как граждане. И апостол Павел здесь говорит, вы представляете не только Рим, но вы представляете Небесное Царство. Вот в 3 главе, 20 стих, он напоминает тоже об этом. Он говорит, наше же жительство
на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Наше жительство на небесах, хотя мы живем, может, здесь какое-то время, но это проходит, и самое главное, что мы сделаем для вечности. Апостол Павел также напоминает в Ефесянам 4:1, он говорит: «Умоляю вас, братья, только поступать достойно звания, в котором вы призваны, поступать достойно». Вот здесь это слово как гражданство. Мы представляем, люди, видя нас, они видят или хорошее, или плохое. Вот если спросить у кого-то, кто никогда в Америке не был, но вот, может, в Европе или в какой-то другой стране, как вы думаете американцам, что вы думаете? И, скорее всего, они будут говорить, что американцы очень громкие, очень много любят кушать, очень неаккуратные часто бывают. И потому что они видят это, может, на фильмах, или кто-то приехал в их страну, и они оценивают как бы всю страну вот этой группкой, которую они видели. Мы знаем, что, конечно, это не так, но люди также оценивают нас, оценивают Христа, когда они видят нас. И мы должны вот правильно представлять постоянство, то есть жить так, как мы учим. И вот другое слово, которое важно здесь отметить, это достойно. Поступать достойно – это как бы сбалансировано, то есть чтобы вот практика и учение было на одном уровне, чтобы не было так, что я очень хорошо знаю Библию, но практика, не живу так, как нужно. Или наоборот, некоторые не читают Библию, не ценят, но считают, что они правильно живут. Это тоже неправильно. Все должно быть уравновешенное, сбалансированное. Потому что даже пророк Иоанн Креститель, он тоже это понимал. Еще даже в Ветхом Завете, когда еще Христос не был распятый, Иоанн Креститель говорил: «Сотворите же достойный плод покаяния». Он понимал, что раз вы приходите сюда покаяться, то докажите это праведной жизнью. Вот это всегда то, что Господь хочет от нас, чтобы мы правильно жили, достойно благовествования. И постоянство в христианской жизни – это как раз то, что мы можем как самый большой удар нанести на дьявола, когда мы живем правильно, когда мы живем так, как мы учим. Вот если мы поступаем так и говорим так, а поступаем по-другому, то дьявол будет этот как раз момент использовать, чтобы нас споткнуть, чтобы показать: смотри, как ты здесь живешь. Помните, апостол Иоанн тоже говорит, что если мы говорим одно, а поступаем неправильно, по-другому, то мы лжем. Он говорит: если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Но Господь хочет, чтобы мы поступали по истине. Знаете, вот наша жизнь должна доказывать людям, что мы соприкоснулись с Евангелием. С Евангелием. Что вот Евангелие, вот это, как раз он здесь говорит, достойно благовествования. Евангелие – это то, что меняет нас. Вот Евангелие, оно наполнено любовью, оно наполнено радостью, надеждою. Если люди не видят это в нас, тогда что-то неправильное. Но это должно быть качество, которое должно быть в каждом христианине. Вот так, первое мы видим – постоянство. Второе вот здесь мы видим – это единство. Единство очень необходимо для того, чтобы мы могли устоять в этом мире, где дьявол будет постоянно ставить нам ловушки, чтобы мы споткнулись. Здесь дальше он говорит: «Чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую». Единодушно. Вот здесь мы видим, невозможно устоять против дьявола, если мы разделяемся, если у нас есть постоянно вот эти проблемы, разделения между собою. И вот здесь заметьте, что апостол Павел, он не обращает внимания на себя, он здесь говорит: приду ли я или не приду, не в этом важно. Важно в том, чтобы вы жили достойно, чтобы вы вот то, что вы приняли, чтобы вы так и жили. Он не говорит: сделайте все возможное, чтобы меня вытащить отсюда, потому что я хочу прийти к вам. Он говорит: не в этом важно. И я помню, мой дедушка, он тоже не говорил: приедьте ко мне сюда, побудьте со мной. Он говорит: не в этом важно.
Если приедете, это хорошо, если нет, тоже хорошо. Но самое главное, живите достойно благовествования. И здесь дальше он говорит, подвязаясь единодушно. Единодушно, вот это, об этом можно говорить всю проповедь, о единстве. Вот помните, даже на разборах мы говорим о том, для чего Господь все устроил церковь. Он устроил для, как мы читали в 4 главе, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Вот это самое главное, к чему мы должны стремиться. И здесь апостол Павел, он говорит уже как бы, он использует такой термин, как солдат, военный термин, он говорит стоять твердо, и он говорит также, чтобы, что мы должны быть тверды друг с другом, мы должны быть вместе, соединены, потому что когда мы стоим, когда один человек стоит крепко, это хорошо, но если у нас есть целая церковь, группа, которые могут нас поддерживать, это всегда лучше, мы тогда сможем противостоять против дьявола. И он использует это слово, это сын атлетия, атлет, знаете такое слово, атлетика. Когда человек занимается каким-то спортом, скорее всего, это группа, это спорт, это команда. Очень редко, когда один человек участвует, это обычно команда. Команда, если один человек любит быть первым во всем и участвовать, и быть, показаться во всем, тогда это, скорее всего, очень плохо влияет на команду, потому что он хочет для себя все это делать. Но если человек понимает, что если я, даже если я не буду на первом месте, но я буду делать так, чтобы команда была на первом месте, тогда команда может выиграть. И Господь хочет, чтобы мы все делали для единства церкви. Единство – это не значит, что каждый человек должен думать, как я думаю, или поступать, как я, потому что мы все разные, и мы будем по-разному думать, но вот единство – это когда мы имеем одну цель и одно стремление, когда мы думаем и поступаем, как Христос поступал, вот тогда вот это есть единство, когда мы понимаем, что мы стремимся к вечности, стремимся к той цели, чтобы быть с Господом. Апостол Павел говорит 1 Коринфянам 1:10, тоже следующее о единстве. Он говорит, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Как важно иметь одни мысли, мысли, которые у Господа Иисуса Христа, и думать, и поступать, как Он. Если мы не будем едины, тогда мы будем воевать против друг друга. Мы должны понимать, что враг – это не мы друг с другом воевать. Враг – это вне дьявол, который хочет поразить нас, как мы здесь увидим в следующем стихе, что у нас есть противники, которые хотят, чтобы мы воевали против друг друга. Мы должны понять, что мы должны стараться быть едины, исполнять волю Господню. И третье, то, что обязательно нужно для нас, чтобы мы устояли, это смелость, или храбрость, или мужество. 28 стих, здесь апостол Павел говорит, «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование в погибель, а для вас спасение, и сие от Бога». Он говорит, «Не страшитесь противников». Он не говорит, что их не будет, он не говорит, что если вы не будете страшиться, что все будет хорошо. Он говорит, они будут, эти противники, но вы не должны их бояться, потому что Господь уже поразил главного врага, он дьявола уже поразил. И все, что с нами происходит, это только потому, что Господь позволяет этому. И наша цель не погубить врага, но чтобы... Потому что враг вот этот, тот, кто нам иногда делает зло, пройдет время, он может увидеть и покаяться, потому что, как здесь вот в начале он говорит, живите достойно благовествования. Если мы будем показывать им хороший пример, этот же самый враг, и может прийти время, он обратится ко Христу. И наша цель
не погубить врага, но показать ему правильный образ жизни. И наша цель вот как раз в том, чтобы показать правильный путь. Яков тоже говорит вот следующее, Якова 4:7, он говорит: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Противостаньте дьяволу». Мы сами по себе не можем противостоять, но когда у нас есть единство, и когда мы имеем мужество, которое только приходит от Духа Святого, когда Господь наполняет нас, тогда у нас будет это мужество, чтобы стоять против козней дьявольских. И вот здесь используется слово, которое для нас, многих, я думаю, не совсем понятно, предзнаменование, особенно для молодых. Но его синонимы это слово – это знамение, знак, предсказание, признак, предвещание, то есть что-то наперед. Когда есть крутой поворот на дороге, ставит знак. Это показывает, осторожно, будет крутой поворот. И это как раз говорит, что для тех, кто идут против Христа, именно тот факт, что они идут против вас, это есть доказательство, что они не знают Господа. А для вас это доказательство, что вы следуете за Ним, что вы дети Божьи. Мы должны помнить, что без Духа Святого невозможно нам будет противостоять против козней дьявольских, или, как здесь сказано, вот врагов, которые идут против нас. Потому что даже вспомните апостола Петра, который вроде смелый был, но всего лишь одна девушка, которая в темном, ну, когда ему было очень тяжелое вот это состояние, когда он даже не мог сказать смелости, что я следовал за Христом, он отрекся от Христа трижды перед какой-то служанкой. Но потом проходит время, прошло, когда он увидел воскресшего Христа, вот Дух Святой наполнил его, и тогда он уже смело начал проповедовать, и он начал говорить. Петр сказал: «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И услышав это, они стали умиляться сердцем и говорить: «Что нам делать, мужи-братья?» Это Господь изменил человека полностью. И также мы видим, и то же самое случилось и со Стефаном, когда он тоже, он имел это мужество, он имел эту смелость, когда он говорил им о том, что происходило с ними, и как Христос – это единственный путь к Богу. Он мог бы просто молчать и не говорить, и, скорее всего, его бы не побили камнями, но он знал, что вот это то, что им нужно было говорить, то, что нужно было им слышать, и они за этого побили камнями. Мы должны иметь смелость, чтобы устоять, потому что Слово Божие говорит: не бойтесь того, кто может погубить тело, души не могут убить, а бойтесь того, который может душу и тело ввергнуть в гиену. То есть это Господа нужно бояться, иметь страх перед Богом. Еще то, что Он здесь говорит нам, то, что необходимо, это иметь сострадание. Иметь сострадание, без которого мы не сможем изменяться и расти. Здесь он говорит последних два стиха. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Страдание – это не то, что мы всегда хотим. Мы чаще бы избегали страданий, но без страданий невозможно нам расти. Нам дано страдание. И вот здесь интересное слово сказано, потому что нам дано. Вот это слово «дано» – это как раз есть благодать в оригинале. Благодать. Нам дана благодать для того, чтобы верить, и нам дана благодать для того, чтобы страдать. Страдать достойно. Не просто страдать ради каких-то глупостей своих, но страдать за Христа, страдать за Него, как здесь сказано, за Иисуса Христа и за Слово Божие. И мы должны помнить, что без этой благодати мы не сможем правильно научиться страдать для Господа.
Это великая радость. И апостол Павел много говорит, особенно в этом послании, о том, что как он вот эти через все страдания, он с радостью это переносил для того, чтобы достигнуть вот это слово, чтобы достигло нас сегодня. И он хочет, чтобы это также было и у них. Господь дает нам благодать или вот этот хороший дар для того, чтобы учить нас, как правильно страдать. И однажды вот один молодой проповедник подошел к опытному проповеднику и стал спрашивать его, ну как ты справляешься с людьми, так тяжело работать с людьми, так тяжело, когда вот столько разных проблем, мне не хватает терпения. И он сказал, пожалуйста, молись за меня, чтобы Господь мне дал терпение. И он говорит, давай, опытный проповедник уже старый, он говорит, давайте сейчас помолимся. И они помолились вместе, и этот пожилой проповедник начал говорить, молиться Господу, и говорит, Господи, пошли ему страдания и скорбь, чтобы он научился обращаться правильно с людьми. И он его перебивает молитву, говорит, нет, нет, не надо за это молиться, я же тебя не просил молиться за страдания. Я просил, ну дай мне терпение. Но он говорит, что, цитирую текст, где сказано, зная, что от скорби происходит терпение. Мы не можем научиться от страдания из книжки, это должно переходить через нашу собственную жизнь. И страдание, оно тоже действует в нашей жизни. Когда мы позволяем страданиям, вот то, что мы переживаем, вот эти трудности, они могут нас менять. Когда мы страдаем на земле, она научает нас стремиться к небу, иметь вечные ценности. И в одной стране однажды, вот когда было спокойно, не было войны, было очень много больниц, и все люди ходили к докторам постоянно, и там было очень много больных вот, с маленькими вещами. Там, может, голова заболела, кто-то пошел, палец заболел, какие-то мелочи, кто-то почувствовал, может, уже лысина стала появляться, тоже пошел к доктору, мелочи, и столько много было больных, и доктора не справлялись с этими людьми. Но прошло немножко время, и наступила гражданская война. И, знаете, сразу все вот эти люди, которые ходили к докторам, перестали ходить. Не потому, что у них не стало вот этой боли, потому что они стали переживать за совсем другом. Они стали переживать о том, вернется ли мой сын с войны, вернется ли мой муж, или будет ли брошена бомба там, где мои дети. И люди стали очень по-другому реагировать. Они стали обращать внимание на, не на маленькие вещи, а на большую цель. И также вот у нас, когда мы страдаем правильно, мы смотрим на небеса, мы понимаем, что все это здесь, это временно, это проходит, но мы должны научиться правильно стремиться к небесам. И также, когда мы стремимся, страдаем на земле, у нас появляется вот сострадание, когда мы научаемся правильно реагировать к тем, которые тоже страдают, у нас появляется вот эта близость, и у нас появляется общее, тогда мы можем друг другу поддерживать, можем молиться за тех, которые страдают, которые гонимы из-за Христа. Конечно, в нашей стране нету такого гонения, как в других странах, но может и прийти к нам в наше время. Мы видим столько много давления на христиан, и когда человек действительно хочет жить справедливо и праведно, жить достойно благовествования, обязательно будет сильное давление, особенно с ближних, особенно с подростков, те, которые вот говорят, ну как ты можешь жить так, никто так не живет, никто не живет по Писанию, живи как хочешь. Но Господь призывает нас сегодня, Он говорит, поступайте достойно благовествования, нам нужно вот это постоянство, должно быть вот это, как мы живем, так и мы должны поступать и в школе, и на работе, где бы мы ни находились, в церкви, в семье. Мы должны иметь это единство веры, мы должны иметь эту смелость, и вот как мы говорили о страдании. Если Господь позволит, мы еще увидим много пожеланий, которые апостол Павел здесь говорит для Христа, для церкви своей. Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Мы об этом уже немножко говорили. То, что он самое важное, он говорит, я бы хотел уже
пойти на небеса, но пока мне важно здесь быть с вами. Он говорит, нам нужно научиться иметь правильные ценности в нашей жизни. И у нас сейчас будет время помолиться. Давайте мы обратимся к Господу в молитвах, поблагодарим Его за все. Слава Господу. Аминь.